ребята, сегодня мы будем готовить тем, какой тем? Это яблочный тем. Ани, приходи. А ну бая. Так. Ребята, привет. Да, привет. Еще раз. А какой мы сегодня будем готовить джем? Да, я вам покажу. Покажи. Вау! Ничего себе! А можно я одно яблоко съем? Да, можно, кушай. Надо было сказать, нет, нельзя. Я знаю, ничего, где мало. Я можно что-то показать? Ребята, Саша что-то умеет. Вау, вау, вау! Молодец! Мы купили яблоки, они оказались невкусными. Да, поэтому я. Конечно, ты. Окей, я решала. Я решала яблочный джем делать. Но я думаю, это получается. Ну это логично. Если у нас яблоки, мы можем делать яблочный. Не клубничный, правильно? Да, конечно. Очень смешно, да? Да, это мой муж. Шутка. Это у меня такие шутки. Да, 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 да. Ребята, благодарись, пожалуйста. Ребята, а мы как делаем? Сначала почистим. Почистим. И потом. Что надо делать? Порезать. Да, порезать. И потом? А почему ты у меня спрашиваешь, откуда я знаю, что потом надо делать? Варить так надо. Это интересно. Варить и сахар положить. Но. Сначала положить в тарелке. Тарелку. Да. И потом сахар и лимон положим. А сегодня мы раньше всегда порезали очень маленькие, тонкие, да? Маленькие кусочки. Маленькие кусочки. Ну, сегодня мы попробуем первый раз ленты использовать. Лента. Да. Давай, я сейчас уже готова. Сейчас. Ой, ничего себе, у тебя уже все готово. Вот это да. Чистые яблоко сюда положим. А грязные яблоки куда положим? Сюда. А, да. О, давай вот так вывесим, да? Да, вот это надо, это что хочешь? Ну, конечно, я больше. У меня же комплексы, поэтому... Ребята, на самом деле это удобно. Да. Сначала почищим. Да. Поехали. Поехали. Давай сюда поставим. Я это побыстрее сделаю. Да, да, конечно. Ребята, я вам хочу сказать, когда мы так работаем, как вы смотрите. Я три чистила, да? А он один. Как всегда. Давай поменяемся, я вот это возьму. Давай. О, господи, смотри, какое странное яблоко. Не, реально смотри. Да? Посмотри, посмотри, правда. Посмотри. Вот у него. Офигеть. Я сейчас покажу. Сейчас как на камере видно. Смотрите, вот яблоко, да? Фокусируйся, вот. Вот. А вот это что такое? О, смотри, это реально, это вот. О, господи. Сейчас. Смотрите, вот обычное яблоко, да? Так, фокусируйся. Ну вот, обычное яблоко, оно такое. А это, никогда таких яблок не видел. Офигеть. Надо было его это... Надо это яблоко было оставить потом, чтобы кунсткамеру ставить его. Пока мой муж это чистит, я порежу. И сколько яблок я чистила? Я... Раз, два, три, четыре, пять. И сколько? Я два. А сами я? Так. О. Вот это, как этого монстра чистить? Я не хотела говорить, потому что... Что, я бы тебя сказал, да? Да. Ну, я часто так порезу. Очень часто. Очень часто. Поэтому вот из нее у нас дома я даже не дочу. Знаешь, что такое очень вкусное? В Корее говорят, это мед. О, подожди, давай я на камеру покажу. Вот это, если вот яблоко вот такое, да? Это с медом, давай. Говорят, с медом. Смотрите. Так, фокусируйся. Да, это вкусно. О,
Медовые яблоки. Надо попробовать. Хочешь еще? Ну, я отсюда заберу. Какая красота! Вот это да! Ребята, смотрите, вот столько у нас получилось этого яблочного безумия. Сейчас будем сюда сахар добавлять. Правильно? А где у нас сахар? Давай. У тебя лицо прямо полное энтузиазма. Чё как чё гида. Давай, сколько будем сахара? Ну, мы попробуем просто... На глаз, короче. Да. О! Смотри, в этом пакете сколько? Килограмм сахара, да? Здесь килограмм, да? Мне кажется, еще больше надо положить, потому что я слышал, допустим, на килограмм яблок надо килограмм сахара. Нет? Половину. Полкило, да? Да, вот. Ага. Я хочу немножко... Чтобы не сладкий был, да? Да. Немножко сладкий. Скажи, чтобы ребята подписывались на канал. Ребята, подпишите на канал, поставьте лайк. Это сюда надо лимон положить. Почему? Потому что цвет сохранится. Но у нас будет цвет меняли. У нас черный. Да. Я вкус положим? Или нет? Да. Давай положим. Это получается, это будет яблочное пюре. Яблочное пюре. А, у нас такой лимон есть? А замороженный лимон можно положить? Нет. Да? У нас только замороженный лимон. У нас профессионалы, вот правда, если какие-то женщины посмотрят, они будут нас критиковать, они скажут, что вы какую-то фигню сделали. Ну, нельзя? Ну все, уже поздно, мы уже положили. Мне кажется, как хотим. Как хотим. Давай сюда тогда еще картошку положим. Нет. Ребята. Помидоры. Ребята, хотите, готовите. Когда
Да, вообще, вообще, ребята, будьте свободными, готовьте как хотите, общайтесь с кем хотите, одевайте что хотите, любите кого хотите, слушайте музыку какую хотите, правильно? Да, и сами мы кушаем, поэтому нормально. А если с кем-то... Если вы кушаете? Если с кем-то это угощать, немножко стыдно. Ну да, это мы сами едим, сами для себя делаем. Сейчас мы... Да, свои секреты. Все, надо ждать. Смотрите, настоящий профессионал варенья смотрит, как надо в интернете делать. Да. Вон там лимонная кислота была. А вот, смотри, они тоже используют блендер. Ребят, смотрите. Ой. Вот, 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 они тоже используют. Ну, вот нам надо такое купить. Да. И что, какая температура должна быть, что они говорят? Ребята, я покажу вам. Что здесь происходит? Вот так вот, в общем, здесь. Надо, наверное, температуру убавить немножко. Ребята, мы здесь, у нас процесс идет. Вот-вот, у нас руки чистые. Вот, сейчас надо температуру поменьше поставить. Наверное, давай сделаем поменьше. Еще, мне кажется, поменьше. Да-да-да, отлично. Он вроде не прилипает ко дну, да? Расскажи что-нибудь зрителям, как ты поживаешь, что было недавно у тебя интересного. Я сейчас работаю. Я работаю преподавателем. Да, преподавателем. Ой-ой-ой, это очень сильно... Ой, это надо... Преподаватель. Я работаю преподавателем. Я работаю преподавателем. О, отлично. Я работаю преподавателем. Я преподаю... Вопрос, который мучает многих наших зрителей. Сколько вы зарабатываете? Вообще пофиг, да? Да, стоп. Мы закончили этот процесс. Вот что у нас получилось. Выглядит, конечно, как-то неважно. Но главное, это вкус. Осталось продезинфицировать баночки. Ну что, наш джем мы уже остудили, баночки продезинфицировали, и сейчас самое время положить джем внутрь. Мы сегодня его остудим, а завтра мы его будем пробовать, когда он в холодильнике. Ой, что? О, вот это да! Ребята, завтра попробуем. Да, завтра попробуем, что вы сделали. Я не детские питания. Или нет? Да. Сейчас, ребята, у нас пройдет ночь, а для вас одна секунда. Я вот так вот делаю, щелкну, и как будто утро будет. Раз, два, три. Ребята, уже утро. Вот это да, какое волшебство, да? Да. За окном утро, да, и птички поют, а мы остудили наш замечательный джем. Да. Конечно. Наверное, из-за того, что мы воду положили, получилось какое-то детское пюре, да? Да, поэтому выглядит неаппетитно, но... Давайте попробуем. Мы уже сделали кофе на завтрак, как мы обычно пьем. Да. Это кофе не надо. Тосты. Да. И сейчас будем пробовать чай. Спасибо. Реально выглядит какая-то фрутоняня, правда. Поехали! О! Круто получилось! Необычный! Не, ну как детское питание получилось? Как будто мы пюре на хлеб мажем. Конечно, форма не очень, но вкус нормально. Но вкус нормальный, да. Поэтому мы, конечно, не будем вам советовать сделать так же, но если хотите, попробуйте. Вкус нормальный, только много сахара. Вот. Друзья! Спасибо, что видео посмотрели. Спасибо, что посмотрели это видео. Я с русского на русский теперь. Да. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, поставите лайк и подпишитесь на канал. Пока! Всем удачи!